Ростов поражает своей историей, своими храмами, своим Кремлем, ну и памятниками архитектуры. Это первый форум, наверное, за 2 года с периода закрытия фактически границ и приостановки вот очного формата переговоров, очного формата проведения таких форумов. Я думаю, что мы обсудим в первую очередь на этом форуме, наверное, туристическую составляющую, туристический бизнес, средства развития, наверное, кооперационных связей среди средств массовой информации, что сегодня тоже очень важно ввиду той непростой общественно-политической ситуации, в которой оказались наши страны. И я уверен, что средства массовой информации должны сотрудничать белорусские с российскими, обобщать какую-то и давать нашему населению правдивую, настоящую информацию по различным аспектам нашей совместной жизни. То город Витебск очень заинтересован в российском туристе. Мы ждем российских туристов на нашей витебской земле. И сегодня тоже будем, я уверен, обсуждать и эти вопросы. Псков имеет проединенные города в 17 странах мира, но, конечно, перспективным нашим направлением является взаимодействие с городами, которые входят в Ганзейский союз. Безусловно, в русский Ганзейский союз входят наши города-партнеры. Это и Новгород славный, город Псков, город Порхов, Великий Устюг. Но также входят города-побратимы из Белоруссии. И город Полоцк, и город Витебск, они являются также участниками Ганзейского движения. Сегодня, как никогда, актуально в рамках интеграции 2 союзных государств проведение такого форума и обсуждение и экономических связей, и туристических связей, и побратимских связей между городами-партнерами. Мы планируем в 2022 году провести уже 11-ю встречу городов-побратимов России и Беларуси в городе Пскове.